Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк. А также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Информация о самочувствии известного шоумена и артиста Бориса Корчевникова стали возникать в прессе после того, как он сам поведала о своем заболевании. Пару лет назад мужчина решил навестить медиков. После чего ему пришлось пережить хирургическое вмешательство, а именно трепанацию черепа из-за онкологии возле слухового нерва. В последний раз Борис Корчевников прилюдно поведал о своем самочувствии в августе 2020 года. Телеведущий рассказал про это во время телеэфира своей передачи «Судьба человека». На сегодняшний день Борис Корчевников сражается с онкологией и явных улучшений врачи пока не видят. Поклонники и все неравнодушные к телеведущему люди переживают за его здоровье и надеются только на лучшее. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео, и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние пять видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.